Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня у нас грибы маслята. Купили на базаре. У нас литровая баночка стоит 25 гривен. Ну, уже почищенные грибочки. В лес мы с дедом уже не ездим. Когда-то еще с работы нас возили. Я с моей работы автобусом возили куда-то лес, в лес далеко. Были специалисты у нас на работе по грибам, и мы ходили, находили. А так, чтобы я сама поехала, я заблужусь и не знаю всего этого, в городе выросла. То мы сегодня готовы, изготовим грибочки. Надеюсь, вам понравится, будет вкусно. Вот эти маслята, они уже очищенные. Помою сейчас. Перед тем, как варить крупные грибочки, я порежу. Ну, так пополам. Маленькие оставлю целыми, тут всякие есть. Кстати, у нас продают очищенные грибы. Что тут не так, еще зачищу дополнительно. Подготовленные грибы засыпаю в кастрюлю. Заливаю холодной водой, довожу до кипения. И варю минут 25. Пока будут вариться грибы, подготовим лук. У меня две луковицы небольших. Четверть кольцами достаточно нарезать. Лук подготовила уже. Когда варим грибы, далеко не отходим. Видите, пена как поднимается у них. Снимаем пену. Средний огонь делаю. И пусть минут 25 кипят, сниму. Посолить можно. Потом еще досолим, как будем жарить. Сварились грибочки. Сейчас я их на дуршлаг процежу. На сковороду с растительным маслом загружаем лук и обжариваем до прозрачности на небольшом огне. Лук уже дошел до нужного состояния. Добавляем грибы. Жидкость с них уже стекла. Теперь можно их уже в сковороде окончательно досолить. И обжариваем минут 20. Уже 11 минут жарятся грибочки. Начали подрумяниваться, вот видно даже. Потрескивают. Я решила на данном этапе добавить пару ложек сметаны. Будет вкуснее. Хотя, кто не хочет... Вот так можно и оставить. Еще пару минут дожарить и все. Она облагородит вкус грибов. Будет очень вкусно. Это еще мне осталось минут 10 их жарить. Вот со сметанкой потушится. Она разойдется. Потушатся в ней грибы и будут очень вкусные. Если будете добавлять в магазинную сметану, то пожирнее возьмите. Процентов 20-25%. А то, если низкая жирность, она просто свернется. Как вы заметили, кроме соли я ничего не добавляю, чтобы не перебить натуральный вкус и запах грибов. От сметанки уже и не видно. Сметанка обволокла грибочки, и все, ее и не видно уже. Вот осталось у меня уже буквально 2-3 минутки, и будет 20 минут в общей сложности жарятся и тушатся грибы на сковороде. Блюдо надо попробовать. Горячий. Как вкусно с картошечкой. Очень вкусно. По такому принципу можно приготовить любые лесные грибы. Шампиньоны я не беру в расчет. Их и варить не надо, сразу жарить. Но лесные грибы дают запах, вкус хороший. Наше блюдо готово, пахнет хорошо, симпатичное такое. Готовьте со мной, готовьте с хорошим настроением, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите новые видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!